Суп с гречкой в пакетике. Продается в супермаркетах. Этот купил в Мигросе, но можно купить и в других. С йогуртом написано. Приготовление довольно-таки простое. Здесь вот описывается, все понятно. 1 литр воды высыпаете пакет и при помешивании доводите до кипения. 15 минут варите и суп готов. Честно говоря, я лично еще не пробовал. Вот взял первый раз, хочу попробовать. Стоит 4 лиры с копейками. Ну, здесь вот пишут, для спортсменов, наверное, самое то. С протеинами и все остальное.